вышли на маршрут, подниматься начали вдоль Сая Кызылча. Мы недалеко от поселка Эрташ. Вот вся наша команда. Ездим на Ангренское плато. Сделали первую остановку. Уже поднялись на Ангренское плато. Высота около 2000 метров, там даже больше. Пап, вот так смотришь, оно прям ровное. Ну, оно, да, вот такой холмиками, ну, относительно плато, да, если на большом этом масштабе посмотреть, да, реально плато. Оно прям это ровное. Оно огромное, там территория, не знаю сколько, километров квадратных. Ровное, по-моему, Кулатхан. Реально, как будто космолет тут приземлится. Это тебе кажется, а на самом деле тоже он не так уж, блин, там тоже вот так же все выглядит, холмисто. Прикинь, на Пулатхан до НЛО приземляется. Когда первый раз же мы даже название не знали, что это Пулатхан, да? Что за фигня там? Космодром какой-то, да, за этим находится, за Чимганом. Кошара вот здесь такая. Сколько труда было ее сложить. Не один год потихоньку таскали камни. Она развалилась. И вот там каньон Ангренский. Месте впадения Арашансая. Самое широкое место. Вот два брата акробата. Брат, это вы племянник мой старший. Племянник. Вот от рук отбился, блин. От Че, кроссы нормально, Данил? Да. Удобные? Удобные. Что за кроссы? Трековые? Угу. Хомито, что ли, тут? Вроде, да. Сколько стоит? 500. На Чаланзарис, да? Да. Там скидка у них, знаешь, вышла. Угу. Вот по скидке. 500 со скидкой? Угу. Там сколько, 700 что ли стоит? А сколько, 30%? Нет, 700 со скидкой. 30%? Угу, да. Вот мы находимся на одном из Джайлау Ангренского плато. Такое место для пастбища. Тут заболоченная местность, влажная, и постоянно получается трава зеленая. Ну здравствуй, Арашан. Гамар джоба, Арашан. Вот суслик пробежал. Чуть мочиться. И обратно из теплого опять возвращаться. Ну меньше воды, когда я был, намного больше было, конечно. Узункуль, первое озеро Арашанское. Вот у нас Шерпа Растаман появился. Контрабандист. Какой-то товар на перевал тащит. Чё, совсем не в моготу, Данил?
Данил, это просто первое дыхание должно открыться. Всегда так бывает. С непривычки. Вот как раз для завтрашнего дня нормальная будет небольшая тренировка. Вот ребята на Арашанские озера приехали. Пришли, вернее. Длиннющая, прозрачная. Горы без ничего. Одна травинка. Ни кустиков, ни деревьев. Наверху снег даже лежит еще. Вот это Ерёха. Ойнакуль называется. Озеро Зеркало. Я во всех купал, что тут пил воду. Оно, походу, самое ледяное, судя по его цвету. Вряд, смотри, какая идет. Озеро Зеркало называется. Ну, в нем по-любому надо искупаться. На карниз осторожно, внимательно будем, не забывайся, ладно? Где ты карниз увидел? Ну, вот такие типы места я заранее предупреждаю, там просто много будет таких мест. Нашел кого предупреждать. Все равно, что нужно задуматься что-нибудь. И снежники вообще рукой, да, подать. Вот они вот этот Чукуркуль называют. Он же мне говорил сейчас. А на карте он Ойнакуль называет. Поднялись до озера Ойнакуль. У местных оно трактуется как Чукуркуль. Но оно действительно глубокое. Здесь прям синева аж видно его. И рябь такая по нему идет. А где вы палатку ставите? Палатку еще чуть-чуть надо пройти будет. Ты уже здесь хочешь? А? Там еще красивее место. И удобнее, да. И за водой будешь бегать потом, он прям в воды станет. А вон там зеленое, видишь, поле? Там болотистая местность, тоже прикольная, походить ногами. Кстати, по воде видно то, что это на стриме сильно дало. Медь, да, там есть? Не только... Я думал, мы прямо у этого, у воды где-нибудь. У воды и будем? Вода – это жизнь, да, Данил? Теперь ждать. Четвертое озеро Арашана по счету. Еще синее, еще голубее, не знаю, как его назвать. Высокогорное озеро, четвертое. Ну что ты, Данилов? Да, ты живой, Мусан? Живой? Зачем? Мертвым? Видим. Ну как тебе? Эффект вау есть? Ну, вот это ее вообще глубокое, оно конкретно видно. Да. Вот это конкретно озеро. Провал так провал конкретный. Целый червак. Там до сих пор. Не знаю, сможем мы в нем искупаться. Я уже замерз. Тебе что, холодно? Я реально уже замерз. Ну, ветер холодный. Хотя я в шортах, в майке и в сандалиях. Еще даже кроссовки не надел. Барахла он сколько понаперли.
даже в воду попрыгать можно. Много не надо, в принципе. Но в такую холодрику уже не будет вода сунуться. Ты говоришь, у меня, бля, баклажка кваса, блин, баклажка тархуна, блин, баклажка фейхоя. Вот этот тархун спонтовый. Какой, блин, грузинский? Ну. Наоборот, классный. Какой в тот день купил, блин, выкинул его, даже половину. Ты, значит, тебе сам вкус не нравится? Нет. Мы его в Грузии пили, и здесь пили, он такой же. Вон он же говорит, эстрагон. Внизу ветра нету, естественно. Чё, тебе не нравится здесь? Если хочешь, можем вернуться, не проблема. Обратно вообще легко будет дать. Час. Ну все по плану. План по плану. Да. Ледяная вода, охуите. Дошли до озеро Тулпаркуль. Хотим здесь, короче, заночевать. Они возьмут пиццу. Они нормально. Ой, вот он экстремал, да, конкретно. Выхло свело. Головку опасно прыгать. Скажи еще что-то. А? Скажи еще что-нибудь. Снимаешь, да, Нин? Ага. Ты монстр, я так не смогу. По-моему, я тебя не снимал, Данил. Вода охренительная просто. Данил в красных труселях в Арашанском озере купается. Высокогорное озеро. Горизонтальный поснимай тут. Четвертое по счету. За вот этой горой второе находится. Еще выше. Еще леденее. Вот такой фокус снимать. Нет, выключи вначале. Шашлык на Арашанских озерах. О таком можно было только мечтать, когда я сюда попал первый раз. Шашлык, второй заход. Первый, короче, съели. Сейчас вторую партию зажгли. Будем готовить. Лошадь. Аквариум пустой. Заберем? Возьмешь? Нет, да ну его вести. Ну если крошится. Звезда черепуха. Посмотри, старый конь поднимался. Сереги зубы. Впрочем, молодой конь, блядь, не стертый. Чистейшая вода Арашана. Прозрачная, как слеза. Надо опять купаться. Ты чё, купаться собрался? Дуба такой, этот купается. Вот здесь яма, смотри. Вот яма. Там мелко. Вот он экстремал все-таки. В куртках уже. Вон куртка у него лежит. Ну, вода тут, конечно. Зазеркалье просто. Леха, поснимал? Снимал? Да? Поснимал. Надо было здесь прыгнуть, здесь вообще яма у нас. Вообще кайф. Переночевали. Утро 21 августа. 6 часов утра. Позавтракали. Собираемся к выходу.
мегалите, да? Как, Леха? Хорошо. Как ночь провели? Хорошо. Главный контрабандист. Вот еще один. Вон палатка, видишь? А мы вчера ее видели, да? Угу. Череп не будете забирать? Да нахер он нужен. Леха, возьми в рыбник поставишь. Клиенты будут. Фархат вообще описывается. Он любит такие вещи. Мы скорее устанем здесь были, это быстрее, чем мы поднимемся. А ты что, хотел подняться и не устать? Такого не бывает. Эй, палатки нету. Вчера была палатка, сегодня нету. И грузовика, да, Леха? Уехал, значит, он все-таки. Теперь вопрос, приедет ли, да? А если не приедет, что мы на неопределенное время здесь застрянем? На сколько еды хватит? Нам туда. Высота 300, Арашанские озера. Три уже вот внизу остались. Первая. Вторая маленькая. Третья. Четвертая. Вон за теми хребтами. Тысячи высота ровно. Арашанские озера. Первое озеро. Побольше. Второе маленькое. И вот третье, где у нас палатка стояла. Сейчас иду на четвертое. Вот этот гребень надо пересечь. Там уже и повыше. Это вид на долину, да? Ферганская долина. Где-то далеко-далеко Фергана. Наманган. Андижан. За вот этой горой уже Киргизия. Блокпосты стоят. Погранпосты, вернее. Туда уже ходить нельзя. Вот такие красоты тут. Вот здесь уже около 3000, может быть даже больше. Вот добрался до снежника. Этот снег, наверное, еще лежит с прошлогоднего даже года. Вот этот точно останется до следующего года. 2-3 недели здесь уже по ночам снег начнет идти. Новые слои начнут засыпать этот снежник. Все. Наступит зима тут сразу. По сути, осени здесь даже и нет. Снег в августе месяце.
почти конец августа, снег лежит. Вот, а мне еще вон туда топать, за этот хребет. Посмотрим, что там дальше будет. Цель — дойти до озера, до четвертого. Дошел я до пятого озера, дошли вернее. Вот оно виднеется. Мускуль называется. Холодное озеро, ледяное озеро, Музда. В том году ходили, оно застывшее было в такое время. Даже не в такое, июль месяц был. В этом году оно не застывшее. Ну, дуба тут конкретно. Сейчас вот солнце светит. Примерно, наверное, 5 градусов. Солнце уходит. Вообще тут дубр конкретный. Вот на вот этом склоне в том году диких оленей видели. Целое стадо. Вообще уникальный случай увидеть диких оленей. Вот тоже снежники лежат. Вот пик Арашан. Вот у него высота получается 3750. Максимальная точка здесь в данный момент. На 750 выше, чем Большой Чинган. Вот добрались мы до пятого озера, то есть до четвертого. По сути, это четвертое, вон то маленькое, пятое называют. Ну там практически лужа. Добрались. Теперь осталось за малым спуститься отсюда. Пик Межозерный за Лехой разделяет два озера. Тулпар-Куль и Мускуль. И вот типа замерзающий Мускуль. Но сейчас в августе оно уже не замерзает. Данил, как ты? Я хочу вниз уже. Я знаю. Другого ответа я от тебя не ожидал. Ресурсы на пределе. Мускуль! Данилу такое даже не снилось. Мускуль, прикинь тут ночевать, Леха. Допереть сюда палатку и здесь стать. А? И потом с утра на штурм Арашана. Пик Арашана. Да не, уже мы не так не сможем. Вот оно, озеро. Мускуль. Дошли до Арашана. Вот он. Пятое озеро. Снежники. Ну, удивительно. Оно не замерзшее. Вот нашли табличку. Но от такого климата она вся развалилась. По сути, здесь ничего не прочитать. Вот можно прочитать озеро, озера Арашанские, высота уже стерлась. Есть 2 часа времени, хотим на пик Арашан зайти. Думали, все-таки решились. Не знаю, что с этого выйдет.
Мы за 3 часа не спустимся. Ну, до расчетного времени у нас 2 часа имеется лишь. Мы за 3 часа вряд ли вернемся. Да ладно, ты заплакал сразу. Че ты мне? Да идем уже, коль дошли сюда. Лишь бы не замерзнуть. Зато 3750 зайдем. Если до пика Арашана дойдем. Не каждому дано побывать на такой высоте. Тем более в таких условиях. Табличка из проекта Горец. Арашанские озера испорчены. Пора менять. Карашан собственной персоной. 3750 метров. И мы в таком обширном цирке находимся. С одной стороны хребет пика Межозерного. Там вот хребет, граница с Киргизстаном. Там где-то перевал Далан. И вот тут уже Акбулак там где-то начинается. Дело дошло до кваса Лицкого. Да. В Москве такой пил, теперь тут пью. Кто бы мог подумать. Да еще где пьешь? На высоте 3552 метра. Ой. Я хочу сказать, здесь он по-другому пошел. Да. Данил уже на высоте 3600 метров. Для него это первый пах такой опыт. Кроме большого Чимгана, один раз он как будто их разрывает просто. Выше не поднимался. Тысяча высота ровно. Арашанские озера. Первое озеро. Побольше. Второе маленькое. И вот третье, где у нас палатка стояла. Сейчас иду на четвертое. Вот этот гребень надо пересечь. Там уже и повыше. Это вид на долину, да? Ферганская долина. Где-то далеко-далеко Фергана. Наманган. Андижан. За вот этой горой уже Киргизия. Блокпосты стоят. Погранпосты, вернее. Туда уже ходить нельзя. Вот такие красоты тут. Вот оно, озеро Мускуль, а вот это перевал, который сейчас нам нужно будет осилить. И уже пойдем назад, тихо-тихо. Пипец, дикое, да, место, Лех? Вон там, смотри, вдалеке еще одно озеро. В самом далеке, видишь?
полоска под горой. Тайпан, что ли, это называется? Что это такое было? И вот пик Арашан. Вот такой вид открывается с пика Арашан. Леха, мы вместе не сфоткались. Куда ты ломишься, блин? Вчера мы внизу там купались, с вон тех камней прыгали в воду. Сегодня все это сверху снимаем. И вот там Ангренская плата. Видео, оказывается. Ладно, чуть-чуть так. Офигеть, мы там бродили вчера по берегам. Вот тут такой сброс высоты.